Всем привет! Сегодня 25 июля, Московская область, 7 часов утра. Сегодня у нас выглянуло солнышко, вчера целый день шел дождь. Все пролил, не знаю, залил, налил, даже не знаю, что сказать, потому что ужас какой-то. Вроде немножечко просвет, небо голубое. Я уже сбегала в лес и нарвала огурчиков. Вот, с утра я уже нашла грибочков и сорвала огурчики. Так, капусту раннюю практически всю убрали. Осталось вот несколько вилков. Она лопается. Вот вилок остался ранней капусты. Это все позднее. Позднее тоже завязывается. Хотела лишние нижние листья оборвать. Но был дождь, и я все бросила, тоже ушла. Вот тут еще ранний качан. Вот тоже. И там он выглядывает. А так в основном осталась капуста вот поздняя. Ну, она уже с качанами, уже можно есть вовсю. Так, что здесь? Здесь на улице помидоры начали краснеть. Какие-то я уже оборвала. Вот сахарная Настасья и на улице начала спеть. Это у меня киви. Так, это кто у меня? Помидор Тайдайхат с помидорами. Так, здесь гном. Вот, начал тоже спеть. Дикий Фред. Дикий Фред. Очень красивый, очень вкусный. Такого темного цвета. Потом сделаю дегустацию на него. Покажу. Вон он там в кустарях. Так. Здесь бой с тенью. Бой с тенью. И там гном пурпурное сердце. Пурпурное сердце. В кустах пурпурное сердце. Почему-то оно не пурпурное, а зеленое. О, смотрите. И лист с фитофторой. Срочно надо обрезать. И срывать по возможности крупные томаты. В теплице сухо, хорошо. Томаты срываю каждый день. Сегодня опять накраснели. Сейчас буду обрывать и вам покажу, что я тут нарвала. Не жду, когда они будут у меня прям через край красными. Буду обрывать бурыми. Вот так. Говорит, почему у вас мало листьев? Да много листьев, надо еще половину срезать. Зачем они нужны? Мне нужны уже красные помидоры. У меня уже заказ на помидоры. Поэтому я буду обрывать и листья, и помидоры. Помидор нарвала ведро. И еще не все. Сейчас пойду отнесу, еще нарву. Сержант Пеппер. Наливается, какой хороший, огромный. Вот тут еще не трогала, не обрывала. Вот тут шоколадные помидоры наливаются. Вот там тоже. Сейчас приду обрывать. Вот Валера у меня какой красавчик висит. О, сказка. Мне написали, что Валера похож на сорт алтайский мед. Может быть. Может быть и похож. Ну все, понесла домой помидоры. Вот такие крупные, красивые. Ой. Вот так растет и спеет интуиция. Видите, прям кистями. Вот здесь рядом тоже. Вот так. Это интуиция. Вот они
Вот они все, интуиция. Мне нравится. Я прям от нее в восторге. В восторге. Знаете, какие красавцы. Здесь-то у меня всякие разные в ведре. Ну все, пошла делами заниматься. Всем пока, всем удачи, богатых урожаев, здоровья, счастья, мира, хорошей погоды. Всем пока.